Давай, Ромка. Единственное спасение от этой гадости — это в воду нырнуть. Не говори. О, бля, а что тут за... А то слепни, нас сожрут. Давай маску сюда. Оживительная влага. О, пошлите по камышам. Ох, тут, наверное, рыба сейчас. Пошли туда, к коряжнику, куда хотели. Шука с рубкой, с деревянными глазами. Вот здесь можно даже нырнуть, тут немножко поглубже. Смотрите, ребят, сколько стрекоз. Ой, бережать. Да тут вообще головлины места-то, я говорю. Здесь головля немерена. Сейчас он по ту корягу как нырнем, там рыбы пипец. Так что одевай очки, я вместе ныряем с обоих сторон с тобой. Ты хоть рыбу под водой посмотришь. Очень много стрекоз тут, вообще жесть. О, тут уже поглубже. В рот залетают. Лапки гнуты. Все, ребят, камеру убираю в чехол. Тут головлиные места, бля. Камеру убираю в чехол и пошлите головлей снимать.
помощь. Да нет, спасибо, конечно, но не надо. Куда их повезут? Ты представляешь, сколько мы за этими кувшинками плавали глубоко, мы чуть не утонули. Их домой, да, взять? Не знаю, просто хотели с девушкой сделать приятно. Мы там чуть не утонули, пока за ним плыли. Там такая глубина. А мы вышли-то вон там, просто мы проплыли до туда, до реки и вышли-то. А я слышу голоса, куда ты делись. Блять, свой дом дулят завели. Сел что ли? А, может они свалят, и тогда посмотришь. О, все, ребят. Пришли мы с того места, опять вы видели сейчас, наверное, какие-то съемки подводные этого, и теперь мы пришли, наконец-то, к кулинарии. Наконец-то мы добрались, потому что время уже скоро 4 вечера, нам скоро уезжать, и хотелось бы уже что-то сготовить. Сегодня будет легендарная паста с индейкой в сливочно-чесночном соусе. Ну, для начала мы взяли плитку, мы, конечно, распалили костерок от того, чтобы просто спастись от слепней. Сейчас просто ставим воду на пасту. Сварим сначала макароны, потом будем на сковородке вам показывать офигенный вкусный рецепт со шпинатом. Макароны у нас, короче, вот такие идут. Пасту можно использовать такую, либо вот какие-то вот с дырочками, тоже очень вкусные. Короче, любую. Фикини, бикини там, блин. Как они там, эти пасты только не называются. Используйте любую. Так, что у нас тут дальше? Это у нас обязательно идет руккола и шпинат. Это я вам позже покажу. Также у нас идет индейка. Мороженый зеленый горох. Он когда-то был мороженым. Сейчас он уже, естественно, у нас весь день в жаре уже стал не мороженый. В общем, сейчас я вам все покажу. Где-то у меня еще были сливки, чеснок. Я не достал. Да, мы в том портфеле убирались. В общем, все, ребят, следите. Вот так, надо, да, Олег? Да, напополам режь. Вот у нас такие вот, ребят. Такие шампиньончики маленькие. Маленькие такие менюшечки. Я такие, да, кстати, впервые вижу. Кстати, никто еще никогда, ребят, не готовил пасту с шампиньонами. Вообще пасту, да? Пасту готовят с курицей, ну, или с индейкой, да, и с беконом. А есть вариант с шампиньонами? А с шампиньонами это только я от себя сегодня решил сготовить первый раз. С грибочками. Так что посмотрим, что получится. Когда мы с Ромой готовили бестроганов, грибы были очень нежные в пюре и вкусные, да? Конечно. И особенно в пасте, я думаю, они лишними не будут с курочкой. Конечно. Так что сейчас пока забрасываем макароны, ломаем. Два повара. Вот. Шеф-повар. Я думаю, я целую шеф-повар не буду. И его ассистент. Ребят, так, я не буду целую пасту класть. Я ее сломаю напополам. Вот такими закинем. Сначала мы такой пасты закидали, чтобы было еще понажористее. Есть еще вот такая пустая. А немного будет? Кинем еще вот такой вот. Толстый. Во. У нас тут гуляй рванина сейчас будет. Сейчас наварим пасты. Много-много. Потом туда, как всегда, грибочки, индеечку. Это как руккола, шпинат, горошек, сливки, чеснок. Со своего огорода, между прочим. Да, со шпинат и руккола со своего огорода, ребят. Слепни жирные, зажрали уже, если честно. Я вот оделась, поэтому. Я тоже поэтому оделся. Сейчас, знаете, сейчас наплаваемся, жрать захочешь. Мы и так весь день ничего не жрали, ребят. Да нормально. Я думаю, сейчас с Анькой съедим. Тем более Анька у меня вообще пасту любит. И она ее прям так на вилочку накрутит, как сейчас наестся. Все будем есть. Да, тем более это не просто обыкновенная какая-то паста. Это у нас вообще самая шикарная будет паста. Все. Руккола и шпинат у нас отделены. Грибочки мы нарезали, сейчас мы их немножко помоем. Паста у нас тем временем, наверное, сварилась. Просто она разная. Одна какая-то толстая, другая потоньше. Не знаю. Сейчас попробуем нашего червячка. А! Сварился, не сварился. Альденте, не альденте. Пойдет. Все, макароны больше не варим, отбрасываем. Сейчас будем заниматься подготовлением сковородки всякой вкуснятины. Все. Порция. Аню попросил пока мне помочь нарезать. Она мне пока сейчас индейку нарезает. Индилайт. Вот этот у нас. Вообще можете использовать
индейку, курицу, без разницы, любое мясо. Также можете добавлять в пасту бекон. Вот, сначала обжариваете бекон, вот, потом добавляете курицу, чтобы он на жире бекона, она уже там тоже начнет жариться. Естественно, делается это все на оливковом масле, но мы взяли только подсолнечное. У нас, так как оливковую я никогда не покупаю, у нас золотая семечка. Вот. Сейчас порежем индеечку, включим плиточку газ и начнем дальше уже готовить всю вот эту самую пасту, гарнир к пасте, которую мы будем заправлять с макаронами. Сейчас все увидите, все будет шикарно и вкусно, как в лучших ресторанах мира. Ребят, так, все, макароны отварены, подготовили. Вот это у нас руккола. Ребят, пока у нас жарится курица. Точнее, не курица, а индейка у нас. Сейчас все сделаем правильно. Я не зря взял две ложки. Эта ложка мне Богдан привез из этого. Куда он там летал? В Тунис у нас? Греция. Греция, да. Из Греции он мне ложку принес сувенирную. Даже на ней не написано, что она была в Греции. Обычная ложка. Ну ладно. Он нам всем подарил по ложкам. Кстати, Богдану передаю привет. Как он и просил нас в видео передать ему всем привет. Кстати, Аня, может, тоже передаст ему привет? Привет, Богдан, присоединяйся. Хватит сидеть дома и работать. Всю жизнь только идем с работой. Приходи. Да, это видео выйдет зимой, так что зимой приходи. Не видели тебя давно. Ладно, ребят, все. Пока у нас прижаривается индеечка. Сейчас газ сделаем поменьше. Что-то у нас тут капец хреначит. Смотрите, что дальше делаем, Рома. Блин. У нас тут пиво. У нас уже пиво нагрелось, ребят. Смотрите, дальше что делаем. Берем зубчики чеснока, придавливаем их вот так вот ножом. Резать ничего не надо, чтобы он отдал запах. Все. Добавляем сюда для аромата. Теперь у нас идет руккола. Свежая с огорода Анькиного. Мельчим рукколу. Обжариваем с рукколой на подсолнечном масле. Чтоб она тоже отдала. Еще, конечно, хорошо бы сюда тимьяна добавить. У кого нету рукколы или шпината, ребят, можете сделать с укропом. Попробовать. Экспериментируйте, пробуйте. Ой, так какой же, запах пошел от рукколы. Так же, как и я. Экспериментируйте и пробуйте. Не бойтесь экспериментировать. Олег, запах какой пошел от нее. Запах пошел нереальный. Шикарный. Шпинат так не пахнет, конечно. Да, ребят, грибов-то оказалось много, а вон и как. Теперь мы немножко присолим нашу индеечку. О, я уже все, я не могу. Я должна уйти от прихоти. Чеснок дал тоже ароматы огромные. Переперчивать не будем, портить. Чуть-чуть вообще слегонца, потому что этот красный перец, я уже сам знаю, блюдо портить не хотим много. Вот так слегонца припорошили, черным молотым или красным, без разницы. Перемешиваем все, прижариваем дальше. Пока курочка, индеечка уже прижарилась, добавляем к ней наши мини-шампиньончики, ребята. Мини-мини-мини красивые. Сейчас они тоже ужарятся у нас тут. И пойдет красота. Ребят, вы не представляете, какой тут запах, который не передать в кадр просто. Божественный. О. Сейчас все это. Будьте добры мне, оператор, подать крышечку. Сейчас грибочки тоже дадут бульон, сок, как я вам всегда и говорил. И все в этом соке, в бульоне будет у нас томиться. Вообще красота. Я рад, что я вырвался в поселок. Я здесь не был, наверное, года 4, а может 5. Давненько я тут не бывал в своей деревне. Здесь я проводил большую часть своей молодости, детства. Как бы так. Ну как, по большей части я, конечно, был в лагерях, там, в основном тыр-пыры. Ну и сюда мы тоже всегда вырывались, занимались подводной охотой, рыбалкой. И просто рвали грыжовник, яблоки, горох, дурили, отдыхали, ходили на костер. Как и все в детстве ходили, наверное, на костер, на ночные в походы. Вот. Естественно, все мои друзья уже выросли. У кого-то дети, семеро по лавкам, там, тыры-пыры. Никого сегодня не встретил знакомых толком. Ну, я просто пришел дикарем отдыхать туда-обратно, на машине, ведь видите, нас свозили. Обещаю, что сюда мы еще выберемся с Ромой с ночевкой. Скоро мы купим палатку
и сделаем вам здесь 24 часа выживания. И уже с хорошим арбалетом пойдем. Рыбы настреляем, я думаю. О, а так, тем временем у нас тут, видите, тусняк. Девочки тусуются. Олег все никак не может подойти. Видите, как грибочки поджарились хорошо. Мини-шампиньончик. А с руковой-то смотрится как, боже мой. Все, ребят, пошел финальный раунд. О, да. Как сказал один хороший супергерой из Марвела, из комиксов, да, пошел финальный раунд. Гороха очень много, поэтому весь добавлять не будем. Половину гороха мы скормим рыбам. Карпы я здесь. Горох – подкормка рыбам. Добавим немножко гороха. Да, много его, конечно. Но с собой носить его назад тоже морозить, он уже сдохнется, мне кажется, ребят. Сейчас рыбки покушают, порадуют. Да, рыбкам как подкормку используем. Я думаю, этого будет вполне достаточно. Ну и опять же, как мы в Бестроганов клали сливки. Это не реклама «Домик в деревне», потому что они самые хорошие. Скоро на меня выйдет фирма «Домик в деревне», потому что мы постоянно делаем рекламу. И они мне должны будут платить за это деньги, конечно. И правда, ребят, «Домик в деревне» самые лучшие сливки. Ё-моё! Как несанкционированный митинг, еще скажи. Блин. Ой, какая! Сливки какие няшные! Кстати, какие, 10% или выше? Тут 20%. Вау, это круто. Это круто. Чуть-чуть осталось, кто-нибудь хочет выпить. Просто нам уже лишку. Я по возможности, конечно, добавил сливки и не солил грибы. Так что я думаю, соли можно еще чуть-чуть добавить. Смотрите, какая красота. А сливки-то было божественные. Все. Все, мы сегодня просто накупались, сожгли кучу энергии, кучу калорий, очень много натаскались. Я, наверное, сбросил за сегодня 2 килограмма точно, не знаю. Станем на весы вечером, после еды не получится. У меня просто весов нет, я никогда не взвешиваюсь, но я чувствую, что из меня потом очень много сегодня вышло килограмм веса. А я вообще очень сильно за зиму набрал, как вы все заметили. У меня появились лишние подбородки, там все такое. Так что будем сейчас летом ходить побольше в лес, активный отдых, и опять сбросим, и опять похудеем. Я думаю, немножко потушим. Минут 5. Если вы считаете, что сливок много подливки, но они, видите, уже загустевают, можете немножко приоткрыть крышку, как я вам и говорил, при бестроганове, и сделать подливку не сильно жидкую, густую довольно-таки. Но я думаю, сейчас паста еще впитает просто ее, и просто много класть сюда макарон не надо. Вообще, по возможности, конечно, это делается меньше объемом, и сюда еще кладутся макароны. Но я не знаю, мы уже не знаю, соединять это все с макаронами или нет, просто у нас места уже нету, если честно. Да, видите, как недостаточно. У нас получится так, что мы сейчас каждую макаронину будем отдельно класть вот так в тарелку, а потом этой пастой заливать и перемешивать уже там все до ингредиентов. Но вообще, по сути, это делается все здесь. Я не знаю, сколько у меня сюда получится пасты накидать. Она уже тем более вся слиплась, мы же ничего не промывали. Ее уже тут хрен отдерешь. Да, она прям знатно. Еще и горячая до сих пор. Кипяток вообще. Главное, прилипло на кипяток. Вот это готовить, а потом пасту. А потом пасту свежую сварено, а мы все сделали через задницу, ребят. Просто у нас не было сотейника откинуть. Если бы у нас была двухкомфорочная плита, мы бы отдельно бы варили пасту, а потом бы все добавляли, чтобы ничего не прилипалось. А у нас все через задницу. Надо было пасту, короче, варить в конце. Сначала вот это надо было все сделать, а потом вареную пасту добавить туда, вот и все. Тогда бы у нас не было бы проблем вообще, я чувствую. Сейчас мы столкнемся с проблемами, как это все перемешивать. Мы кладем спинат. Вот такая. Красотень.
целая эпопея у нас. Даже еще не все макароны добавили. Но очень много получилось. Угу. Можно сказать, на человек на 5 персон тут даже. Я думаю, мы все не съедим. Хотя, хрен его знает. Сейчас еще поплаваем, аппетит проткнется. Уже запах же шикарный. Вот жаль только, блин, макароны не влезают. Так вот, все. Макароны, вы поняли сам рецепт. В принципе, паста, фетучини там, любые марки берите, какие хотите. Хоть спагетти, ради бога, ребят. Все перемешивайте в сливках, тушите с грибочками. Сам не пробовал с грибочками. Сейчас вот как раз и попробуем. Не забывайте руку, шпинат придает, естественно, аромат. Чесночок в конце, да? Помните, да, как мы добавляли? И, естественно, сейчас все выключаем. Все сейчас на сковородочке доходит. Кому надо будет, естественно, макарон здесь мало, здесь больше курицы. И каждый себе еще отдельно положит тарелку, нальет подливки и, в общем, поедим. Самое главное, никогда в эту пасту не кладите сыра. Если что, будете меня спрашивать, там, почему ты сыра не положил или тыры-пыры. Объясняю. Сливки, потому что они и так жирные, 20%, оно и так вкусно, без сыра будет. Оно еще так скомповалось там, склеилось все хорошо, свернулись они как сыр. По сути, они не нужны. Ну и все, ребят, давайте мы сейчас будем кушать, трапезничать. Все, товарищи снимают пробу. Хорошие сливки и хорошие спагетти – залог вкусной еды. Это вам не макфа макароны, это специальные для пасты. Так. И причем несколько видов. Это просто что-то еще. И зеленью вообще классно. Ну, не всякая там банальщина, укроп там, а что-нибудь поинтереснее. Один разочек купить себе шпинатика положить. Так что... Нежданчик на 30-градусной жаре приготовить пасту. Тем более готовить жару очень сложно. Да. Ребята, так что... Я думаю, вы оцените наш труд сегодня, что мы все-таки вам в эту жару сготовили горячее блюдо. Хотя мы, у нас был в плане вообще, конечно, проще заготовить какую-то окрошку или окрошку положить, или салатик, да. Какой-то салатик или что-то. И не брать с собой плиты, вот еще главное. Да, мы еще плиту, считай, тащили, все это на своем горбу, все таскаем. Пытаемся вас удивить вкусными рецептами интересными. И сами вкусно кушаем, и вам тоже понравится, я думаю, такой рецепт. Не знаю, как с шампиньонами получилось и с индейкой с горошком паста. Ни разу не пробовал, готовлю в первый раз, сразу говорю. Получилось очень нежненько и здорово. Жалко на камеру не передать вкусовые качества. Сливки чувствуются. Да. Зелень. Все классно. Ну все. Все, всем тогда приятного аппетита. Сегодня мы тогда будем заканчивать съемку. Сейчас мы еще, конечно, поплаваем, покушаем, будем собираться и поедем, потому что время уже 5 вечера. Еще до 7 посидим немножко, позагораем, купнемся. И всем спасибо за внимание. Всем до пока. До скорых встреч. Всем пока.